Серия первая. Бывшие одноклассники Юрия Люба Зацепина, которая бросила учебу в вузе, чтобы помочь Юрию закончить юридический факультет, счастливы вместе. Казалось бы, их будущее предопределено и должно быть счастливым. Парень делает Любе предложение выйти замуж. Если бы не роковое стечение обстоятельств, после ресторана Юрий садится за руль машины Любы, вопреки уговорам взять такси, и совершает наезд. Расскажет ли он правду, кто оказался под колесами автомобиля, пострадает ли Люба от последствий ДТП? Серия вторая. На допросе Люба утверждает, что невиновна, но после визита Юра решает взять вину на себя ради любви к жениху и ради их общего будущего, чтобы не губить карьеру Юры. Следователь не верит в вину Любы, хочет найти истинного виновника аварии. Мать погибшей девушки Даша приходит в пекарню отца Любы и проклинает его. От перенесенных потрясений у пожилого мужчины случается приступ. Выживет ли он? Юру назначают прокурором по делу Любы. Расскажет ли он о том, что Люба его невеста? Поможет ли Юра ей, как прокурор по ее делу? Серия третья. Следователь знает, кто был за рулем машины, так как он нашел видео из камер видеонаблюдения. Следователь допрашивает Любу в присутствии Юры. Разгадка близка, но на следующий день следователя арестовывают за взятку. Следователя подставляют. Жизнь Любы под угрозой, ночью в камере на нее совершается покушение. Соседка по бараку спрашивает Любу, кто может ей так жестоко мстить. Люба не знает ответа. Юра похищает видео, которое может доказать его виновность, и уничтожает его. Юра сообщает Любе о болезни отца и устраивает им свидание. Любу отпускают на один день под залог. За это он чуть не лишился должности. От Юры требует скорейшей передачи дела в суд с требованием максимально срока для Любы. Юру мучает угрызение совести. Он идет в СИЗО и требует арестовать его, а Любовь Зацепину освободить. Серия четвертая. Охранник СИЗО Васька, бывший одноклассник Юры и Любы, убеждает того не брать вину на себя, а также не чувствовать себя должником. Адвокат убеждает Зацепину подписать чистосердечное признание в обмен на сокращение срока заключения. Отец Любы умирает, Юра скрывает этот факт. На суде он, как прокурор, требует максимального срока наказания 5 лет лишения свободы. Люба осознает, что самый близкий человек ее предал. Сможет ли Люба выжить, узнав о смерти отца и увидев жестокую тюремную реальность? Серия пятая. Юра признается родителям в том, что это он был за рулем машины. Мать поддерживает его, а отец требует исправить все то, что сын натворил. Юра приезжает в колонию, пытается оправдать себя в глазах Любы, но та рвет с ним отношения. Зацепину переводит работать в тюремный детский сад. Она находит себя в помощи детям и их матерям заключенным. Юра уходит из родительского дома и начинает новую раздольную жизнь. Сможет ли он забыть о Любе? Женщина понимает, что ждет ребенка от Юры, и пишет ему письмо, которое попадает в руки его матери. Чтобы выбрать сериал для просмотра, знать сюжет, дату выхода, актеров или быть в курсе о новых отечественных сериалах, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик.